Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые маршанцы. Нас преподает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Казалось бы, Успение, значит, смерть, смерть Матери Божией. Какой же праздник, казалось бы, можно сказать? Как же церковь постом подготавливает людей к этому празднику? Не будем забывать, что церковь наполнена людьми, которые веруют в загробную жизнь, веруют в бессмертие души, верят в то, что человек призван прожить на земле, наследовать Царство Небесное, вечное, где нету ни болезни, ни печали, ни воздыхания, жизнь бесконечна. Люди церковные в это веруют. У святых угодников Божьих, тем более у Матери Божией, которые достигли такой святости, они суд уже проходят, потому что они уже святые люди, уже на земле достигли такой святости. И поэтому для них уже Царствие Небесное, оно уже в действии. Оно уже здесь, на земле уже началось для них. И поэтому Матери Божией, ее успение, ее кончина, она знаменуется тем, что человек из земной жизни переходит в жизнь вечную. Она идет в царство Сына Своего, в царство Господа Иисуса Христа. И поэтому, конечно, Матерь Божия заранее знала свой день кончины. По ее молитвам, так как апостолы проповедовали в разных странах, по ее молитвам Господь с помощью ангелов собрал всех учеников, всех апостолов, за исключением одного, апостола Фомы. Все пришли к Матери Божией, к ее кадру болезненному. Она сказала, что пришел мой час смертный. Они беседовали с ней, утешали ее, наставляли. Но получалось так, что Матерь Божия их больше утешала, потому что не понимали, как они расстанутся с той, которая укрепляла их, которая молилась за них, они чувствовали молитвенную помощь и так далее. Наступило время и час ее кончины. Ученики были вместе с Матерью Божией в горнице. Когда крыша горницы как бы растворилась, они увидели небеса, увидели Христа, который вместе с сонмом святых угодников Божьих, вместе с сонмом ангелов, как бы спускался к Матери Божией. Вдруг они увидели, что Христос взял на руки Матерь Божию, душу ее, понятно, что душу ее взял на руки, как бы принял на руки душу своей пречистой матери и опять же вознесся на небеса. И вдруг опять это видение пропало, они увидели над собой кровь, крышу, посмотрели, а Пресвятая Богородица уже приставилась. Дальше, конечно, они возрыдали, начали плакать, потому что, конечно, когда человек покидает нас, какой бы святости он ни был, это печальный факт для нас, оставшихся здесь на земле. Но, тем не менее, надо тело хоронить, надо тело предавать земле. И, конечно, ученики, взяв тело Пресвятой Богородицы, то есть понесли его ко гробу, то есть к пещерке, где по обычаю обычно евреи хранили в пещерах, то есть привалили камнями и так далее. И они понесли тело Матери Божией хоронить. Естественно, что в то время у первых христиан и у Матери Божией было очень много завистников, клеветников, злопыхателей, которые хотели сорвать похороны, потому что собралось много людей, собрались, все проходили похороны с песнопениями, торжественно. И они всячески старались сделать, как мы сейчас сказали, какую-то гадость, чтобы похороны осквернить. И вот нашелся человек, который подбежал к гробу, ученики несли тело Матери Божией, и, разогнавшись, попытался опрокинуть тело Пресвятой Богородицы на землю. Только он схватился за одр, за гроб Матери Божией, как ангел, который невидимо охранял тело Пресвятой Богородицы, отсек ему руки. Все пришли в ужас. Не видно воина, никого не было с оружием. И увидели, когда человек упал с колтушками отрубленными, а руки так остались висеть на этом гробу. Все пришли в ужас, что ангел сам оберегает тело Матери Божией. И сам человек, который не был христианином, увидев такой гнев Божий, наказание Божие, закричал и измолился Матери Божией, чтобы она простила его, увидев, что сам Бог ее охраняет, ангелы охраняют ее, и взмолился, чтобы Матерь Божия простила ему грехи. И по внушению апостолы, сняв эти обрубки, приложив их к этим култышкам обрубленным, к рукам, стали все вместе, всей вот этой похоронной процессии, все взмолились Матери Божией, чтобы она простила его и, как ни странно, исцелила. И произошло чудо. Руки буквально приросли к телу. И вот этот человек, прославляя уже Бога и его пречистую Матерь, дальше пошли хоронить тело Богородицы. Еще почти сутки они пели вокруг гроба, оставаясь. Не было только одного апостола Фомы. Конечно, по промыслу Божию. И вдруг подходит апостол Фома. Весь в слезах и говорит: как же я? Вы все простились, увидели последний раз лик Пресвятой Богородицы. Как же я
не могу видеть последний раз. Дозвольте мне войти в гроб и увидеть тело, лик Матери Божией». Конечно, апостолы согласились, решили открыть гроб, чтобы апостол Фома последний раз простился с Матерью Божией. И все пришли в еще один ужас. Тело Матери Божией не оказалось в гробе. Только они положили день назад, все тут стояли, никто не мог никуда, куда же делось тело. И они, с одной стороны, понимают, может, произошло чудо, может, Господь куда-то перенес тело Пресвятой Богородицы, может, ангелы перенесли. И они стали молиться, песнопением петь. И когда они, у них был обычай такой, они просвору хлеб святой возносили к небесам и благодарили Бога, призывая Его благословение на этот хлеб. Пели песнопение, и когда они хлеб этот подняли вверх до неба, чтобы Господь благословил, вдруг небеса отверлись, и они увидели, увидели лик Пресвятой Богородицы, саму Матерь Божию, которая уже с небес на них смотрела и сказала такие краткие слова, что «Я есть с вами во все дни до скончания века». То есть почти те же самые слова говорил своим ученикам Христос. И они тогда, увидев Матерь Божию, закричали все: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Вот такой чин называется возношение панагии, то есть вот этой просфоры хлеба, остался в монастырях. В монастырях часто монахи перед вечерней службой возносят панагию, просфорочку, и так и говорят: «Пресвятая Богородица, помогай нам». То есть вспоминая вот это чудо восхищения Матери Божией, то есть воскресение Матери Божией живой на небе. Почему Господь ее уже воскресил? Не дал Он телу Пресвятой Богородицы предать тлению, чтобы тело Матери Божией, Его любимой Матери, не подверглась тлению, разложению. Мы всегда молимся Пресвятой Богородице, чтобы по ее святым молитвам Господь миловал и спасал всех нас с вами. Без ее молитв Церковь не мыслит спасения каждого христианина. На сегодня все. Будьте здоровы и Богом хранимы.